Собрались поехать в кемпинг в наши ближайшие горы, недалеко от Лас-Вегаса. Первый раз с новым траком. И наш трейлер привез его со стоянки уже. Он уже стоял почти год там, не двигался. Не было времени до него. Снял крышку, поставил седло. Это седло родное от Рема на 30 тысяч паундов. Крепится вот так оно в пол сюда, в четырех местах. Эти ручки очень просто отодвигаются, защелки такие, она так закрепляется, и потом ручка крепится. Такой вот чекой, чтобы не выскочило. Берем с собой наш Honda генератор. Будем давать электричество. На 4 дня должно хватить бензина в нем. Но пока трейлер вставили в розетку. Охлаждается холодильник. С утра загрузим его продуктами. Когда поедем, холодильник будет работать от газа. Вот здесь два баллона с газом. Также от газа будет работать в лесу он. И от газа будет идти тепло, если нужно будет и подогреваться вода. Также будем готовить на газу плиткой. Так что все свое с собой везем. Здесь у нас подключение воды и слитие канализации. Воды там не будет, поэтому набрал я целый бак воды. Вернее, наберу. Я сейчас набрал его и добавил хлорки, так как трейлер стоял целый год. И вот она, видно, сливается сейчас эта хлорка. Чтобы продезинфицировать бак, сейчас сольется. Я пару раз прогоню воду и наберу полный бак. Должно хватить на 4 дня. Здесь уже начали складывать некоторые вещи. Нужно взять ящик с инструментами. Я люблю брать с собой всякие первые необходимости инструменты. Если там колесо поменять или что-то, то стоит фильтр на воду. А здесь вот рычит холодильник, это спинка его. Что еще можно посмотреть здесь? Это наше подключение к трейлеру здесь. Начали уже немножко упаковывать предметами первой необходимости. Привет. Да? У тебя здесь все хорошо? Да. Что у тебя написано? Собака. Собака, да. Пойдем. Давай закроем дверь. Здесь пока все в сложном состоянии. Заряжаем фонарик, конфорка газовая, микроволновка, мы не будем пользоваться. Там сзади здесь телевизор. Опять же, этого всего не будет, потому что электричество в лесу. В принципе, я телевизор там некогда будет смотреть. Все в сложном состоянии сейчас. Поэтому трейлеру 12 лет, мы только что обновили все диваны, обтянули новой кожей. Выглядит как новенький. Все это, конечно, уберется. Холодильник. Морозилка уже прохладная. И спальня здесь. Сюда занесем все наше белье. Прям так с кровати снимем. Как проснемся, сюда все бросим и поедем. Такие дела.